Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет, они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно – еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди, управляемые числом 7 в нумерологии, обычно не ставят стяжательство и богатство целью своей жизни. Их вообще не очень волнует материальное благосостояние. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Воплощая на бумаге свою нерастраченную страсть к путешествиям, они плетут причудливую картину стран, городов, характеров и судеб в своей голове. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.